Все экстренные службы города сегодня были подняты по тревоге. Предмет, похожий на взрывное устройство, обнаружили во дворе Карла Маркса 29. Бдительность проявила собака. Опасный предмет в пасти она принесла в руки хозяина. Опасную игрушку в центре города сегодня обнаружил Стив. Предмет, напоминающий взрывное устройство, он принес прямо в руки хозяина. У меня папа гулял с собакой, и собака из-за дерева достала, в зубах принесла. Папа понял, что это ракета сигнальная. Вытащил у него из зубов и понял, что она не разорвалась, а как веревка выдернута, а снаряд внутри остался. О находке северодвинец незамедлительно сообщил в полицию. В течение 2 минут опасную территорию оцепили. Первоначальная была такая информация, найден снаряд. Ну, естественно, реагирование было, здесь сюда прибыли все экстренные службы. При дополнительном осмотре выяснилось предварительно, это ракетница, не сработавшая. На место оцепления прибыли кинологи. Собака взрывоопасных веществ находки не обнаружила. Ракетницу изъяли и отправили на экспертизу. В свободном обороте таких ракетниц нет. Это специальное средство для обозначения каких-либо действий военнослужащими. Возможно, и такими же ракетницами пользуются у нас так называемые службы по охране леса. Наша инспекция ГИМС, то есть на воде, тоже пользуется такими же ракетницами. То есть все специальные службы, спасатели то же самое. По предварительной версии полицейских, ракетницу могли использовать как новогодний фейерверк. Сейчас организатор опасного развлечения устанавливается. Наталья Шустрова, Александр Осенков, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.